Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. В этом видео, ребята, мы будем здесь создавать парк. Потихонечку. Там уже есть закладка деревьев. Эта территория в нашем поселке предназначена как сквер, парк. Но застройщик у нас закончил стройку. Последние дома сваливает. И от парка нам досталась только вот эта одна елка. И на этом все. И вызанная трава. Да, и здесь должен был быть газон, а ни черта нету никакого газона. В общем, если мы сейчас не начнем что-то делать, то здесь ничего не будет. Тут будет просто пустыня, каждый раз будем приходить здесь. Сюда люди ходят, вроде как доходят до сюда, чтобы прогуляться. Здесь ничего интересного. Но мы туда уже посадили деревья. Начало положено. Это мы вместе с жителями купили. Ну и дальше, как всегда, ничего и не происходит. Да, опять надо что-то делать. Вот столько людей, никто не хочет действовать. Ну ладно, мы на всех не смотрим. Мы делаем от себя то, что можем. И хотим создать здесь такую обстановочку, чтобы сюда приходили и дети, и взрослые в итоге прогуливались. И здесь был, ну, зелено, в общем, было. Потихонечку будем это все дело улучшать. У нас есть клевер, который мы сейчас просто раскидаем, потому что здесь был газон, его никто не поливает, он здесь превращается вот просто в пустыню, а эта земля сейчас превратится просто в потресканный бетон, блин. Давай поближе покажу, вот, да, что происходит. Вот. То есть тут уже ничего не вырастет. Если так будет продолжаться, здесь просто будет такая сухая земля. У нас уже такой участок есть, где не поливается. Это не очень хорошо. А вот если посадить, допустим, тот же клевер, он низкорослый клевер, ему не нужно, его не надо ни поливать, ни заморачиваться. Он каждый год будет вырастать, и здесь будет хотя бы зелень какая-то. Я думаю, здесь как-то, не знаю, организовать так, чтобы приходить что-то типа зеленый парк. Просто взяли то, что у нас есть. Вот у нас был клевер, вот тут огородов нету, клевер не распространяется, вот он где есть, там он и есть. Также у Оли есть цветочки, бархатцы, поближе чуть-чуть вот этот. Бархатцы тоже посадим, пускай растут. Вот потом у нас есть фацелия, тоже это однолетняя, она вырастет, процесс пойдет, и чтобы росло. И есть еще такая штука. Есть горох, хотим просто вот посадить горох, чтобы дети, когда вырастут, вот, по окантовочке забора, пусть приходят и кушают горох. Почему бы и нет? Вот. Есть горох и есть еще подсолнухи. Тоже обстановочку красивую создадут подсолнухи. Все это стоит, блин, копейки. Сейчас посадим, а через месяцок здесь уже будет красота. Также еще... Что? Да это ладно. Нет, зачем ладно-то? Смотрите, у нас есть такие семена. Мы ездили, у нас в Башкирии есть местечко такое, Абзаково, проезжали. И там, как лес, распространено черемуха красная. Очень вкусно, сладкая. Мы собрали эту черемуху когда-то, в прошлом году. Лесная такая. Лесная, сладкая черемуха, естественно, которая распространяется. Вот семечки остались, сейчас мы повтыкаем. Если вырастут деревья, будет красота. Здесь будет парк из черемухи. Ну и всякие штучки тоже. Просто персиковые косточки, абрикосовые косточки, вишня косточки. Даже персик целиком сейчас хочу посадить ради интереса. Просто. А еще вот. Вот это. А, и еще фундук. Нет, это или что там этот? Кешью. Для бобров еда. Или как его там? Для Чип и Дейла. Блин, забыла. Паст арахис. Арахис, да. Чип и Дейл, в общем. Короче, еще и фундук. Вот. Просто посадим ради интереса. Вот из косточки. Вырастет, вырастет. Нет, нет. Как бы фиг бы и с ним. У нас сейчас задача просто вот эти подсолнухи и черемуху, короче, заложить. Ну и еще чуть-чуть вот это дело сейчас сделаем, чтобы у нас тут была зелененькая обстановочка. Одна из важнейших задач этого, я хочу возле деревьев это сделать, потому что, чтобы у деревьев была какая-то экосистема получилась. А то... Чтобы что-то росло, почва покровная. Да, идем.
А вообще делается как? Вот берете вот эту штуку, вот так вот, вот рассыпаете везде. Вот. И здесь начнет вот это расти. Газончик. Будущий газон. А задача у нас вот здесь посадить. Потому что здесь уже что-то тут какие-то стекла, что ли. Нет, это хлопушки на Новый год, когда были. А, я думаю, это вот это как мусор. Здесь еще, смотрите, вот теневое местечко. Чуть-чуть растет. Еще чуть-чуть что-то растет. А так уже все начинает превращаться этот, в сухолядину вон. Было бы неплохо, чтобы сейчас еще и дождик был, то вообще бы красота была. Нет, дождя не наблюдается в ближайшее время. Да. А еще мы заметили такую фишку. Мы единственные, кто в огороде, вот в одном местечке посадили клевер. И у всех погрызли мыши, где-то кролики, деревья, да? У нас мыши были, но они покушали газон и клевер. Получается, что если будет еда мышам, да? То они будут есть вот этот газон, клевер, но они будут грызть деревья. И вот мы здесь тоже решили так озеленить. Если даже какие-то мыши будут, они будут кушать этот клевер, но не будут грызть деревья. Посмотрим, короче, что получится. Нас там уже снимают. А? В окошко. Да? Здесь он все потрескано. Очень сложно потом восстановить землю, если вот она так вот высыхает, и там никаких организмов не наблюдается. И это очень печально со стороны выглядит, да? Да. Не хотелось бы здесь пустынное поле, как в Африке где-то. Так, есть у нас еще по цели. Не знаю, она вырастет или нет здесь. Но надо что-то посадить. Вырастет хорошо, нет, нет.
Может, туда чуть-чуть, Эдгар? А? Туда, к забору. Здесь? Нет, вот где деревья. Прям вокруг можно с это стволов. Все, тормози сейчас. Сейчас будем сажать семечки, подсолнухи. Так, вот такая штука вот есть. Кстати, очень удобная. Туда внутрь надо, да? Да. Сюда? А, нет, вытаскиваешь и просто туда закидываешь. А, и все, да, можно даже. И ничего не надо больше делать. О, удобная фигня. Вот это да, она стоит что-то в районе 100 рублей и очень мне. Прикольно так, руками бы сейчас заколебался делать. Ладно, все. Угу. А туда дальше что? Видео снимаю для жителей Хорошеева. Может, кто-то там сейчас в окно смотрит, думает, что мы тут делаем. Чтобы не было никаких подозрений, непонимания. Мы сажаем с Олей подсолнухи для детей. В общем, тут по окантовке вот так. Везде вот посадили подсолнухи. Чтобы к осени дети сюда прибегали, знали, что такое подсолнухи, и радовались. А также посадим сейчас вдоль еще горох. Тоже пускай будет. И сюда еще чуть-чуть семена я раскидал. Как его называется? Травы вот этой. Чтобы здесь уже проплешины вон. Если у вас есть возможность... Было бы неплохо продолжить вот сюда потихонечку чего-нибудь еще высаживать. Какие-нибудь кустарники, растения, возможно, там какие-то смородины, у кого что есть. Вот, чтобы здесь сделать сквер, был такой ботанический парк, чтобы сюда можно было приходить и разные виды растений росли. Детишки сюда приходили, что-нибудь вкусненько кушали. Чуть-чуть запарились, но... Потом, когда все вырастет, это того стоит. Сейчас, короче, по кругу везде сделали подсолнухи. А здесь сейчас высаживаем горох. И у нас вот косточковые есть абрикосы, персики, черемуха. Посадим на будущее. Ну, вырастет, вырастет. Нет, нет. Просто даже интересно, как будет расти. Если вырастет, то вообще будет шикардос. Так что, а это чисто детишкам, чтобы в поселке гуляли, и у них был интерес сюда приходить и смотреть, что тут растет. Особенно, я думаю, подсолнухи детей порадуют. Сейчас буду сажать персик. Купили, короче, персики. И что-то тут, короче, меня заинтересовало момент. Прям вот так вот посажу, не косточка, ничего, вот внутри косточка. Вот, персики у нас лежали, один остался так, никто не съел. Забыли, короче, про него. И я думаю, надо посадить. Так что сейчас вот закидываю сюда вот так вот персик. Вот так прям все это дело закрываю. Вот так. Так, и посадил ее напротив... Так, вот рябина. Рябинник, вернее. Прям вон там. Это будет персик. Посмотрим, что вырастет. Тут мы вдоль посадили разные косточки. После персика 5 штук натыкал черемуха. Очень вкусно, офигенно. Тоже из косточек. Посмотрим, что из этого выйдет.
Так, а Оля у нас продолжает сажать горох. Тоже посмотрим, что выйдет. Выйдет горох, что выйдет. Все, посадочку мы закончили. Посмотрим, что получится. Здесь, в общем, вдоль разные косточки. Абрикосы, персики, черемухи, черешни. Также горох посадили. И вот так по окантовке еще подсолнухи. И надо будет потихонечку здесь всякие разные кустарники сажать. Я думаю, что в итоге что-нибудь получится. Если, там, не знаю, каждую недельку чего-нибудь так вот втыкать, и будет ботанический сад. Будет красота. А если ничего не делать, здесь будет просто пустыня. Большая просьба жителям Хорошеева. Народ, вот этот кусочек, если не будем продолжать засаживать, то он у нас превратится просто в пустыню. Все, будет Заброшенск. Здесь потом будем находить бутылки, какие-нибудь шприцы и так далее. Как бы я уже в жизни это все прошел там. Когда такие места, блин, непонятно, что происходит. Если каждый из вас не поленится и хотя бы там какое-нибудь одно растение привезет и посадит, вот так вот вдоль можно сажать. Любые там, не знаю, может, у кого сады, огороды есть. Какие-то акации, сирень, черемухи. Да любые растения вообще вот просто посадить побольше. И сделать здесь такой ботанический сад, чтобы дети прогуливались, мамы с детьми. И здесь было зелено, красиво. Если нет, то это будет пустыня и какая-то наркомания. Вот. Если ничего не сделаем, ничего не будет. Нас здесь много. Каждый по одному кустику посадит. Просто возьмите один куст, привезите. И его там продолжайте вот высаживать. И все. Мы между деревьями. Мы сейчас вдоль посадили эти подсолнух. Еще что-то там, горох. Какие-то еще косточковые. В общем, пусть разрастает все, что можно.